вашему вниманию дверь серии премиум. Она обладает рядом отличий от двери серии стиль. Сейчас обо всем подробно поговорим. Дверное полотно 75 мм, толщина металла 2 мм, утеплитель, минеральная плита, КНАУФ, акустическая перегородка. Максимальная звукоизоляция обеспечена. Материал не тактичен, не подвержен усадке. Ребра жесткости, расположенные внутри дверного полотна с очень небольшим шагом, дополнительно препятствуют оседанию утеплителя. Основная же их задача – это, конечно же, придание жесткости всей конструкции. Вообще, в данном случае ребра занимают 70% площади всей двери. Еще одним дополнительным укреплением служат приваренные листы металла в петлевой и замковой зонах. В районе замка расположен так называемый замковый карман. Благодаря таким металлическим накладкам даже очень тяжелая дверь застрахована от провисания, а замок дополнительно защищен от механических воздействий. Петли у этой двери на подшипниках выдерживают 9 масс полотна и 500 000 открываний. В случае, если петли захотят спилить, у злоумышленников это не получится. На всех моделях установлены противосъемные штыри. За герметичность конструкции, а значит за отсутствие запахов и сквозняков в квартирах, отвечают контуры уплотнителя увеличенного профиля. Один D-образный, второй магнитный с функцией мягкого закрывания двери. Для усиления изоляционного эффекта дверное полотно изнутри можно проклеить изолоном. Один слой этого материала эквивалентен 5 сантиметрам минеральной плиты. Обратим внимание на дверную коробку закрытого типа. Изготавливается она из стального цельногнутого профиля. Толщина 82,5 мм. Регулировать плотность прилегания дверного полотна к коробке позволяет металлический эксцентрик. Стандартно дверь комплектуется двумя замками 4-го класса взломостойкости. Один с увального типа, один цилиндровый. Обратите внимание на декоративные заглушки под ригели. Дверь также оснащена ночной задвижкой с шариковым фиксатором и плавным ходом. Вы можете установить замки производства Argus. Гарантия на них 7 лет. Вариантов внутренней отделки бесчисленное множество, сотни панелей, 4 десятка цветов, ковка, патина, зеркала, стекло – все возможно. То же касается и внешней отделки. Любые цвета, а вот антивандальное полимерно-порошковое покрытие обязательно.